Да, друзья, вот эти вот люди готовят нам автомобиль. Как бы, все нужно узнавать у меня, договариваться со мной. А, главное, микробу не говорить, он тоже процент просит. И сразу здесь же на месте хочется сказать еще одно, что Алексей еще в двух номинациях одержал победу. Это клубный умелец. И самая интересная номинация. Какая? Самая полезная практическая тема. Назови нам, пожалуйста, свою самую полезную тему, как ты считаешь. Я думаю, это тема про подвеску. Ну вот теперь мы знаем эту тему. Вручаем им дипломы. Сейчас Оксана. А, понятно. Пока будем мы вручать им дипломы, как бы запись уже открыта. Открыта запись только на следующий год. А, и после меня. Мою машину следующая на очереди.